Всем привет! Очередной видеообзор наших покупок. На этот раз мы заказали два телевизора для родителей. Вариантов приобретения было несколько. Купить БУ телевизор из Европы, с AliExpress или в Украине. БУшные телевизоры, которые продают в нашем городе, нам покупать перехотелось. С сайта AliExpress доставка выходит очень дорогой. Поэтому решили заказать телевизоры в Украине. В украинских интернет-магазинах очень большой выбор. Пришлось несколько дней читать на сайтах отзывы. Но если честно, сколько покупателей, столько и мнений. Одним телевизор нравится, а другим нет. Выбирали размеры по расстоянию от кресла до ТВ. У нас получились размеры 43 и 49 дюймов. Но мы нашли телевизор, у которого 55 дюймов. А по цене он не сильно отличается от 49. Поэтому решили заказать его. У обоих родителей есть Android приставки, купленные на сайте AliExpress. Итак, первый телевизор – это ERGO43DF3000. Его диагональ экрана 43 дюйма. Разрешение 1920 на 1080 точек, или, проще сказать, Full HD. В телевизор встроенный цифровой и аналоговый тюнер. Частота развертки панели 60 Гц. Встроенных два динамика по 8 Вт. Дизайн самый обычный, выполнен в форме черного прямоугольника с логотипом бренда и светодиодным индикатором внизу экрана. В нижней части телевизора размещены инфракрасный приемник и светодиод, который при выключении телевизора горит красным, а во время работы синим цветом. На нижнем торце размещены отверстия для крепления ножек, которые крепятся на два винта, а также встроенные стереодинамики. Звук от них достаточно громкий. Дистанционный пульт самый обычный. Батарейки типа 3А были в комплекте. Он используется только для включения телевизора и регулирования звука. На задней стороне центральная часть немного выступает над корпусом. Здесь же расположены 4 резьбы под крепление на кронштейн типа веса. Встроенный плеер телевизора проигрывает видеофайлы с флешки. У родных телевизор используется только для просмотра фильмов и передач через интернет Android приставку. Скорости интернета в 20 Мбит для просмотра ТВ-контента вполне хватает. Приставка подключена к HDMI порту и выдает картинку Full HD. Кроме просмотра видеоконтента, также можно использовать телевизор для просмотра сайтов. На ТВ-приставке были установлены программы для просмотра ТВ-программ в онлайн-режиме. Картинка отличная, настройки стоят заводские. Официальная гарантия от производителя 2 года. Сейчас действует промо-акция. При регистрации на официальном сайте можно дополнительно получить еще 2 года гарантии. Модель телевизора ERGO43DF3000 2019 года. Телевизором очень довольны, рекомендуем для покупки. Если вы будете заказывать телевизор в магазине «Розетка», рекомендуем вам сервис EPN. С его помощью вы можете получить постоянный кэшбэк до 4% от стоимости ваших заказов. Вам необходимо перейти по ссылке под этим видео и сделать всего несколько действий, которые написаны на сайте. И у вас появится возможность получать постоянный кэшбэк в более чем 170 интернет-магазинах. Мы пользуемся этим сервисом более 5 лет и всегда довольны. Другие наши видео смотрите вот тут. Всем спасибо за просмотр. Пока!